Можно вопрос? Кем вы работаете? Консультантом в основном. Я бизнесмен. Я с Вольфом сам не общаюсь, ты ведь понимаешь? Да, но у тебя есть друзья, так? Билл Кэвиш, знаешь его? Он работает на Вольфа, и он твой друг. Доброе утро, Билл. Норман Оппенгеймер. Я скажу, что я твой дядя. Нет. Нет. Главная роль Ричарда Гира. Моя работа в том, чтобы не подпускать к нему таких, как вы. Проявите уважение. Хватит. Прошу. Буду рад приобрести для вас эти туфли. Если я возьму туфли, я должен заплатить. Нет, это подарок. Все в порядке? Да. Носите на здоровье. Ты был в доме Артура Тауба? Да, это мой дом. Я вас сюда не приглашал. Я вас как-нибудь познакомлю. Ты в курсе, кто он? Ричард Гир, Хэнк Азари, Майкл Шин и другие. Я ухожу? Это неприемлемо. Я передам своим партнерам, что мы отлично пообщались. Стратегия Оппенгеймера. Ты словно утопающий, который машет океанскому лайнеру. Только я хорошо плаваю. Не забывай. Вы знакомы? Норман Оппенгеймер. Нет, не думаю. Конгрессмен, рад знакомству.